На-на-на-на-на-на. Чё? Почему ты меня спалил? Эй, мужик! Здорово, народ, меня зовут Шет, и мне в комментариях предлагали поиграть в игру Prison Boss VR. Я посмотрел, что это такое, мне, в общем, понравилось, но я решил вначале потестировать. Игрушка платная, но у нее есть демо. И сегодня мы поиграем с вами в демо-версию этой игры. Если вам понравится и вы захотите продолжение, тогда пишите в комментарии и ставьте пальцы вверх. И чем больше вас будет, тем больше вероятность, что я пойду, куплю ее, короче, и будем с вами играть. Ну, короче, Prison Boss VR, приятного просмотра, поехали! Окей, народ, добро пожаловать в Prison Boss VR. Эту игру мне посоветовал подписчик, и я посмотрел в Стиме. Выглядит прикольно, но на платной есть демоверсия. Я решил, почему нет? Можно взять демоверсию, и если понравится и мне, и вам, тогда я куплю полную игру, и мы с вами продолжим. Так, нажимаю тачпад, чтобы использовать свой палец. Господи, что я сделал с этим человечком? Так вот, если вам захочется, чтобы мы дальше поиграли в Prison Boss, тогда пишите в комментарии и ставьте лайк. Итак, Prison Boss. Окей, локальный полицейский департамент. Человек-картошка, полицейский, говорит мне: «Доброе утро, дети!» Здесь много возможных вещей. Так, понятно, человек-картошка. Так. Трогайте все, что можете. Вы не должны... Блин, слишком быстро. Слишком быстро. О, водичка есть. Окей. Ну, я полагаю, мне расскажут, что надо делать. Бла-бла-бла-бла-бла. Я, короче, хочу сигарет, чувак, ты должен мне их купить. Окей, давай. И если ты не купишь сигареты, сделай их мне своими собственными руками, чувачело. О, серьезно, я был прав? Окей. Берем бумагу. Боже, я этого не знал. Ломай бумагу. Лол. Что? Сейчас мне научат, как делать сигареты, лол. Так, хорошо, берем табак. Берем табак, высыпаем его на листы бумаги. Так. Ну. Давай. Сколько мне нужно табака высыпать? Может быть, надо поменьше еще? Давай еще раз разорвем. Не, больше нельзя. Окей. Так. Во, отлично. И теперь что делать нужно? Пальцами. Пальцами. Нужно крутить пальцами. Смотри, я типа скручиваю пальцами папироску. Что за жесть? Серьезно? Так, ну а как мне это сделать? Ага, окей. Я сделал сигарету. О, поздравляю, вы смогли скрафтить сигареты. Круто, круто. Первый день в тюрьме. Ну что ж, здравствуйте. Господи, ну и дыра. Так, привет, темнокожая картошка. Добро пожаловать в эту дерьмодыру. Я надеюсь, что ты смотрел старые фильмы про тюрьму. Все работает здесь точно так же. Некоторые парни приходят сюда каждый день. Они говорят тебе, что нужно другим обитателям, и продают тебе материалы. Я слышал, что ты знаешь, как нужно крафтить, так что обязательно проверь, что у этих парней есть для твоей камеры. Если у тебя нету денег или материалов, ты просто можешь продать Бобби. Я не хочу продавать Бобби. Это маленькая плюшевая игрушка у тебя в правом углу. Но будь внимателен. Продажа Бобби уничтожит все вещи, которые остались в твоей камере. Так, тебе... у тебя нету ничего полезного сейчас. Так что для начала просто, типа, давай Бобби в мою коробку. Положи Бобби в мою коробку. Окей. Так. Ну, понеслась. Когда ты будешь готов, нажми на часы и начни крафтить. Ну, что ж. Так, когда будешь готов, нажимай на часы. Блин, прикольно. То есть, эта игра реально про тюрьму. Ребята, я могу выйти. О, привет. Да, привет. А вот он, я вышел. И чё, вот моя камера. Так, хорошо, ладно. Чё у нас тут есть? Ага, сигареты, понятно. А что здесь у нас? Вентиляция. Ха. Ну что ж, ладно, нужно идти, нужно, чтобы наступила ночь, поэтому проматываем время. То есть крафтим мы ночью, когда никто не видит. Окей. Так. И нам нужно сделать какое-то количество сигарет, судя по всему. Ну ладно, давайте будем сигареты-магнатом. Эта тюрьма еще будет принадлежать мне, рано или поздно. Все великие боссы мафии начинали с обычных сигарет. Изготовление обычных сигарет. Или кокаина, или шлюх, или чего-то подобного. Ну, я начал с сигарет, так что все четенько. Давай. Оп-оп-оп.
Хорош, уже две штуки. Ну что, ребят, сейчас сделаем с вами несколько сигареток. Можно даже в две руки. Я настолько профи, что я могу делать это уже вот так. Оп-оп-оп-оп-оп. Текс. А могу две сразу сворачивать? А, нет, уже двумя руками держать именно. Окей. Так, хорош. Следующее. Ну что, ребята, вам, короче, не сдобровать. Я тут буду новым королем, ясно? Новый король — это я. Ух ты, а табак заканчивается? Ладно, ничего, здесь еще последние крохи, давай. О, да, последние крошки, отлично. Такс. И нам нужно еще. О-о-о-о-о. Так. Это пришел, это идет охранник. Ты ж смотри, ты смотри. Я уверен, что там не нужно палиться перед охранником. Поэтому, оп-оп-оп, никаких сигарет, ничего здесь нету. А, так, не надо, пора шинил, чтобы сесть, да, ну ладно. А, месье охранник. А, да вы особо как бы и не палитесь. Ну хорошо, я полагаю, что мы можем просто эти все сигареты засунуть в ящик. Оп, чтобы никто не знал, что они здесь есть. Оп-оп-оп-оп-оп. На-на-на-на-на-на. Чё? Почему ты меня спалил? Эй, мужик, ты не... Ты... Тут дверь за... Тут всё хорошо. А, меня поймали. Лол, ещё и палиться нельзя. Так, у меня всё забрали? А, не всё забрали-то, а? Так. Эй, здесь то, что сразу нашла у тебя в комнате. Две пачки табака и три сигареты. Ну, ничего, бывает. Так. Охранники патрулируют каждую ночь, когда они проходят мимо своей камеры. Если что-нибудь увидят что-то подозрительное, они обязательно поднимут тревогу и конфискуют вещи, которые они увидели. Так. Если ты пропускаешь ночь, используя часы, поиск происходит перед началом каждого дня. Так что будь уверен, что ты спрятал все свои вещи. Хорошо. Найденные вещи будут иметь иконку. Угу, понятно. Иконку треугольника, и каждый ресурс для крафта и работы также будет конфискован. В будущем ты можешь купить достаточно мебели для того, чтобы хранить достаточное количество предметов. Но в это время у тебя есть вот эта вот хреновина, так что будь осторожен. Спасибоньки. Ну чё, второй день? Ха! Так, у меня есть... А, мне вернули сигареты, окей. Спасибоньки, да. Текс и табак. Тоже пусть полежит здесь. Чё делать? Здорово. Давай 5. Опс. Угу. Я могу у него покупать мебель. Ага, постер и прочее. Вау. Хорошо, ладно. Короче, мне сигареты явно не пригодятся, я думаю, надо их продавать. Поэтому давай-ка. Сигареты мимо. Для начала мы будем продавать сигареты, а там уже как пойдет. Будем всю тюрьму снабжать. Окей, так, материалы. Что за материалы? А, покупать материалы. Далее, предметы. Покупать новые инструменты для крафтинга. Тебе не нужно прятать их. Да? А почему я не могу купить? А, наверное, потому что это демка, да? Так, а мебель? Ага, мебель могу. Постер. Постер стоит $3. И еще один найтстенд. Короче, еще одна тумбочка. У меня есть 48 баксов. Что еще я могу? Эй, там... Вот, давай проматываем. Угу, хороший стол. Ух ты, ведро. Блин, прикол. Ну давайте постер. Давай, постер, короче. Оп. Такс. Как я могу его взять? Не-не, вот так, короче, нажимаем. Пусть будет один постер. Дальше. Работа. Ух ты. Можно купить работу. То, что кому надо. И я улучшаю отношения. Ага. То есть я, может быть, зря продал для начала все свои сигареты. Да, и мне нужно, короче... Так, я не могу ничего здесь принимать. Ну чё, хорошо, давайте тогда купим себе еще мебель. Раз такое дело, раз все, что мы можем купить, это мебель. Поэтому купим себе стол, купим себе тумбочку и купим себе еще одну тумбочку. Такс, и все. Та-дам! Эй, где? О, вот они, посылки. Ну-ка. Ух ты, это тумбочка. Я могу ее поставить куда-нибудь. Ну давай, вот с этой стороны. Ты ж посмотри, а? Клево сделано. А, так, это еще одна тумбочка. А, подожди, я Бобби спрятал. Так, черт возьми. А, ладно, спрятал Бобби, так спрятал. Бывает. А, и постер. Постер, ну давай сюда.
Оу, the egg fuzz. Это все-таки яйца. Я думал, что это картошка, но это яйца. И деньги. Ну, деньги, я полагаю, надо, короче, в тумбочку спрятать. Пусть лежат там. И чтобы никто на них не зарился. Так, мусорное ведерко. Чпок. Хорош. И это у нас стол, да? Хороший стол. А, это точно такой же, как у меня? А в чем смысл? Блин, да у меня тут какая-то у меня тут какая-то уже просто супер-мега-комната получается. Но и, блин, у меня материалов больше у меня нету. Зато есть деньги. Ну ладно, окей, давайте переходим в ночь. Так, материалы. Мне явно нужны материалы. А где мои... Да, ядрёный пассатижи. Итак, день четвертый, окей. Может быть, в этот раз мне повезет. Бро, иди сюда, у меня есть деньги. У меня есть деньги. Да, привет, чё как, давай. 4 бакса. Мне нужна просто бумага. Отлично, она стоит как раз 4 бакса. Ну-ка. Вот так вот, все продано. А я могу еще, подожди. А, положи деньги в коробку, блин. Я только одну могу купить. Ну ладно, окей, для начала давайте купим одну бумагу. Хорош. И у меня есть табак. Давайте, ребят, империю начинаем с нуля. Охранников нету? Охранников нет. Все, давай, понеслась. Сейчас будем делать сигареты. Оу-оу-оу-оу. Так, тихо, быстро. Ага, вон там этот охранник, ублюдок. Ублюдок, мать его. Ты ж посмотри. Так, давай. Отлично, две кучки. Так, у меня будет две сигареты. Две сигареты, это бабло. Отличненько, ребята. Давай. Все, готово. Ух! Так, обыскивайте меня, что хотите, делайте в моей комнате, нету ничего запрещенного. Ух, хорошо, день пятый. Ну чё, ребят, вот сейчас начинается наша дорога в обеспеченное будущее. Братишка, здорово, да? У меня есть две сигаретки, чё как? Давай посмотрим, чё у нас за работёнки есть. Чувак хочет 2 из 5, 2 из 3, 2 из 2. А, вот это можно апнуть. Он мне дает табак, это мне дает бумагу, это дает мне все. Ох, чёрт возьми, ну... Я предлагаю, короче, сделать так. На, еще одну. Чё? Подожди, почему я не могу апнуть? Почему? Надо было ту принять сначала, да? Ну, хорошо. Так. Новая работа. Награда здесь, это репутация и табак. Подожди, а почему я сейчас не смог ничего сделать? Подожди, отдай. Отдай мне, я готов принять был. Хм. Странно. Ну ладно, у меня есть $16, и я могу себе позволить еще немножко табака и... Ух ты, цена, посмотри, какая высокая, а? На 117% дороже? Ну ты чертяка. Блин, вот цены ломят. Ладно. Хорошо, мужики, хорошо. Так, и мне еще сдачу дал. О, ну хорошо. Сдача, это все в тему. Вот так, хорош. Давай, оп, потрясающе. Благо, мне нужно сделать немного сигарет. Все, раз, и давай вторую. Все, отличненько. Давайте, ребят, пропускаем. Ну что ж, день шестой. Ой, хорошо-то как. Ну что, бро, как дела? А, спасибо за игру в Prison Boss VR Demo. Если тебе понравилось, чувствуйте свободу, чтобы купить. Ах ты чертяка! То есть, мы с вами поиграли 20 минут, и вот такая вот игра. Что ж, ребят, я готов ее купить. Если вам понравилось, то пишите в комментарии и ставьте лайки, если вы хотите продолжение. Тогда я куплю, и мы будем с вами еще в нее играть. Окей, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и рассказывайте о видео друзьям. А если не понравилось, тогда ставьте дизлайк. Ну, что ж уж, надо ставить любую оценку. А если вы здесь первый раз, тогда подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся мы с вами уже через пару секунд, если вы нажмете на мой следующий видос. Ну, а на этом все. С вами был Шет, удачи! И пока!